просто не вместе. Всем привет. Привет-привет, Маришка. Всем тем, кто присоединился в мой прямой эфир. Всем большой пятничный привет. Как настроение? Привет, Ален. В общем, вчера отсняли новогодние выпуски на канале ТНТ шоу «Бородина против Бузовой». Сегодня пятница, поэтому я сегодня отдыхаю, набираюсь сил, энергии. В общем, релакс тайм. Илья, у тебя есть девушка? Ребят, смотрите, по поводу личной жизни я не буду комментировать никак, но скажу так, я не женат. Вот. Ну, в принципе, если хотите знать правду, нет у меня девушки. Казахстан, привет. Так, клип. Ребят, по поводу клипа, пока клипа не будет, вот, сейчас буду писать новую сольную песню. Уже начинаю в ближайшие дни новый сольный трек, который выйдет в новом году уже. Поэтому ждите новую песню, будет прям всю душу вложу туда. У Яны и Захара сложный период сейчас в отношениях, скажу честно. Более подробно смотрите в эфирах на канале ТНТ. Чита, привет. Хочу большое спасибо вам всем сказать за вашу любовь, поддержку ко мне, потому что не было бы вашей поддержки, не было бы песен. Мне, правда, каждый эфир я буду об этом говорить, потому что я очень благодарен вам. Вы очень меня любите, я очень люблю вас. Вы наша большая семья, поэтому низкий поклон вам всем. Спасибо огромное от души вообще. Так, по традиции подключаю сегодня в прямой эфир людей, поэтому кидайте мне заявку. Первый, кто присоединится, сразу пойдет ко мне в трансляцию. Поехали. Улан-Удэ, привет. Привет, привет, Элвис. Первый зритель. Воронеж. О, Воронеж, привет вам большое. Как-нибудь приеду обязательно к вам в Воронеж. Приезжай, приезжай. Песни твои вообще клевые. Спасибо огромное. Спасибо большое. Вот. Обязательно приедем с концертом к вам в ближайшем будущем. Конечно, обязательно. Позитива. Вижу, у вас снег есть. А у вас снег есть, кстати, в Воронеже? Нету вообще, глянь. Ой, у нас то же самое, да. То есть зима не только в Москве, оказывается, не настала. Вам хорошее настроение, спасибо за теплые слова. Следующего человека буду подключать. Спасибо, пока. Так, а будет фан-встреча с поклонниками? Ребят, смотрите, по поводу фан-встречи с поклонниками, мы можем сделать фан-встречу, надо понять где. То есть место какое-то удобное в Москве выбрать и встретиться всем. Я не против. Казань, привет. Давайте, следующий, кто подключается ко мне, поехали. Сейчас, одну секунду. У меня просто сегодня здесь деловая еще встреча. Очень много. Так, что-то не могу. Так, как это сделать? Давайте подключим. Поехали. Спасибо вам большое всем тем, кто присоединяется в мои прямые эфиры. И не только. С кем дружишь из Дома 2? Ну, со многими я знаком, со многими. Не сказать, что прям я дружу. Так, поехали.
Ростов, привет. Ростов-на-Дону большой привет вам. Нет. Привет. Я просто себя не вижу на экране, только тебя. Главное, что я вас вижу двоих. Вот, мы на двух телефонах мы переснем. Да-да-да. А вы из какого города? Ростов, Белая Калитва, но так вообще наполовину с Анапы. Понял. Привет большой вам лично от меня всех. Вам тоже. Как там дом 2? Не развалился еще? Дом 2 не развалится, дом 2 вечно. Ну, пассивные шутки про дом 2 не будут, то были. Как вообще настроение? Как у вас погода? Ой, у нас снега нет, к сожалению. Вы не поверите. Оставайся, мальчик, с нами, будешь нашим королем. У нас в Ростове тоже снега нет, поэтому это беда всех стран, мне кажется. А тебя как зовут? Ангелина. О, понял. Приятно познакомиться. Хорошего вам дня, Ангелина. Спасибо. Давай. Привет, пока. А тебя как зовут? Детям приобрести дрова. Какие дрова? Напишите мне в директ. Эфир подвисает, да, ребятки? Ну, я не знаю, с чем это связано, но как бы вроде... Нормально идет трансляция. Пожалуйста, помогите детям. Так, человек года. Так. Ольга Рапунцель, вы пишете, человек года. Привет с Астрахани. Астрахань, привет. У тебя крутые треки. Спасибо огромное за вашу поддержку. Как бы если не было бы вас, не было бы песен. Поэтому ваша любовь, она бесценна. И моя также любовь к вам бесценна. Спасибо, правда. Так. Девушка по имени Вика присоединяется. Спасибо. А время летело быстро, его не догнать. И каждый новый день без тебя опять. Это, походу, уже вошло в привычку у меня. Я тебя на других не менял никогда. Смоленск, привет большое. Спасибо, правда, очень приятно. Ой, я, честно, я растерялся сегодня. Вы мне столько приятных сообщений пишете, что мне уже просто неудобно становится. Спасибо, правда, большое от души. Я вот заказал себе еду, даже не могу приступить кушать, потому что читаю вот ваши смс, которые идут. Будет сольная песня новая, обязательно увидите. Привет, послушал твою песню, она огонь, продолжает тоже духи, спасибо. Бузова отдыхает. Ну ладно, Оля хороший диапазон, у нее своя ниша, Оля молодец. Вот, я ее очень уважаю, потому что как бы она self-made, она сделала себя, это очень круто. Сейчас мало артистов, которые действительно делают какие-то смысловые песни с хорошей нагрузкой. Вот, и благо, я стараюсь именно вот как раньше, помните, многоточие. Вот каждая песня многоточие, это всегда хит, это всегда смысл, это история. Вот, я пишу о своей жизни, это тоже история, это те душевные переживания, те эмоции позитивные, которые у меня есть, я их выдаю в текстах. Время, вода, огонь. Что ж ты делаешь с девушкой? Не поверьте, я ничего не делаю, просто с вами общаюсь, как бы ничего более. Спасибо огромное. Я буду кушать, ребят, с вашего позволения. Вам хорошего настроения, позитива. Спасибо за слова приятные. Всех ценю, уважаю, целую. Спасибо вам большое. Отвечу вот на вопрос. Ты любил в своей жизни? Конечно, любил. И без любви жить нельзя. Любовь правит миром. Надо любить, ценить своих близких, своих родных, тех, кто вас поддержит, уважает. Так, зрительское голосование. Ребят, я в «Человеке года» поддерживал Милену, я уже об этом говорил вам, да, и Милену, и Майю Купину. Ну, как есть, открыто. Майя и Милена. Сейчас, ребят, я люблю вас. Это самое главное, что я люблю вас, потому что вы наша большая семья, вы мои родные, и вас я очень люблю всех. Всем пока.